Привет, друзья! С вами снова Дмитрий, и сегодня я хочу рассказать вам о необходимости использования фановой трубы в доме. Я бы даже сказал, абсолютную необходимость использования фановой трубы в доме. Вот сейчас я занимаюсь переделкой туалетов, туалетной комнаты, делаю стояки, вентиляцию, и как раз вот это вот у меня будет фановая труба, но пока еще нету. Сейчас я подключил туалет по временной схеме, то есть из трубы, из туалета сразу идет в септик без всякого контакта с воздухом. Ну, сейчас сами увидите, что происходит, когда сделать туалет, слив продуктов жизнедеятельности напрямую в септик без использование фановой трубы. Вот этот вот поток воды из туалета, он идет по трубам как поршень. Соответственно, перед ним создается повышенное давление, сзади происходит разрежение. И он высасывает, где вот разрежение, из всех сифонов, которые есть у вас в доме. Ну, по минимальному сопротивлению он будет высасывать из самого ближайшего к туалету сифон. У меня такой сифон расположен в душевой кабине. Сейчас вы все сами наглядно увидите. Ну, вы сами все видели. Вот представьте, у вас тут будут все ваши продукты жизнедеятельности, и вам несколько раз нужно будет сливать, наливать, ёршиком работать, чтобы все-таки ваши труды ушли все-таки туда вниз по трубе. Вот. А сейчас давайте проверим наглядный, опять же, способ. Вот снимем эту трубу. Она здесь стоит просто так пока. Подготовлена. Вот мы чуть-чуть приоткроем крышечку, вот чтобы она была связана кое-как с атмосферой. Вот, чуть прикроем ее. Вот, и смотрите, что будет сейчас происходить. Ну, соответственно, здесь никакая вода не остается, ничего не происходит. Ну и в ванной тоже никаких бульканий не произошло. Вот, собственно, так вот дышит наша канализационная система. Ну, вы сами все видели, поэтому теперь, я думаю, у вас отпадут все сомнения, нужно ли использовать фановую трубу, не нужно использовать. Я не буду касаться того, что если у вас нет вентиляции септика, то есть фановая труба, это она еще и выполняет роль вентиляции септика. То есть если у вас нет этой вентиляции, то все запахи будут скапливаться где-то вокруг вашего септика, и неприятный запах на участке будет вам досаждать. То есть одно дело, если он у вас где-то септик за домом, где-то там в сторонке, ну а если он все равно где-то в районе там крыльца или у гаража или у въезда, вы всегда гости будут к вам приходить и чувствовать неприятный запах. Зачем вам это надо? Стоит это достаточно дешево, поставить трубу, пройти крышу специальным грибком, ну и, собственно, вы лишитесь всех недостатков, которые могут вам доставить отсутствие этой трубы. Вот.
Надеюсь, данное видео было вам полезно. Вы все-таки будете использовать фановую трубу в вашем доме. Если понравилось, ставьте лайки. Ну а пока, пока. Не забывайте подписываться на канал. Расскажу еще что-нибудь интересное. Пока.